события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то неизвестным, пугающим. Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. Обнаружен неопознанный воздушный объект. Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды будут под лет через 50, наверное. С запада в плотные слои вошел объект. Сейчас чуть севернее Финляндии. Многие приехали полюбоваться на автопатрик. Свет там одна остался. Повторите 477. Он огромный. Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Около часа назад в столичном Чертанове произошло ЧП. На жилые дома упал неопознанный объект. Число жертв этой трагедии еще предстоит установить. Пока специалисты опасаются подтверждать слова очевидцев о том, что все происходящее может быть чем-то вроде инопланетного вторжения. Это война, да? Зависит от того, как они поведут себя дальше. Кто они? Мы не можем просто сидеть и ждать после того, что они сделали. Если бы не они, все было бы нормально. И Света была бы жива. Может, позвать его? В смысле,